Строительный бум влечет за собой развитие смежных отраслей. Одна из таких – лифтовая промышленность. На сегодняшний день большую часть рынка занимает импортная продукция. Для того, чтобы убедиться, достаточно пройтись по любому бизнес-центру или общественному зданию, где наверняка установлены подъемники зарубежных брендов. Отраслевики тем временем говорят, сектор может быть нашим. Хороший хозяин, он покупает то, что действительно хорошее, дорогое. Если это просто идет стройка ради того, чтобы генподрядчику закрыть какой-то объект, то он едет в Китай и покупает на второстепенных заводах по дешевой цене. Производством в полном смысле этого слова в Казахстане занимаются всего два предприятия – в Астане и Алматы. Но работать с местными компаниями намного проще, говорят заказчики. Все потому, что в случае неисправности подъемника их представителей нетрудно найти и попросить произвести замену, например, запасных частей. Когда застройщики работают с иностранными заводами, трудности возникают практически всегда. Мы покупаем, да, лифтовое оборудование, завозим, устанавливаем. Через 2-3 года завод-поставщик закрывается, и также возникают проблемы в поставке запчастей. Объем реализуемых в стране лифтов ежегодно превышает 2000 экземпляров, казахстанских из них 15%. Готова ли казахстанская лифтовая промышленность обеспечить внутренние потребности рынка? Отличаются ли наши подъемники от тех, что производят за рубежом? Когда сектор выйдет из отверточного состояния? Обо всем этом в программе «Промышленность». В основном лифтовые компании имеют статус мелких и занимаются чаще всего поставкой из-за рубежа. Производством это дело в принципе назвать сложно. Похожей посреднической деятельностью до недавнего времени занимались и на этом заводе в Алматы. 2 года назад компания занялась собственным производством подъемников. Причина, по которой было решено перейти на новый уровень, простая. Слишком часто возникали случаи, когда предприятие привозило в страну импортные лифты. Спустя время они ломались, однако претензии предъявить было некому. Поставщик сам закрывал свое производство, оставляя таким образом казахстанского посредника без запасных частей. Мы используем лебедки, безредукторные лебедки с асинхронным двигателем, который экономит электроэнергию при эксплуатации более чем на 30%. Мы применяем систему диспетчерации. Это позволяет нам быстро реагировать на возникшие проблемы на лифтах, все отслеживать посредством. Вся информация про лифты отражается на мониторе персонального компьютера. И нас облегчает сервис, то, что мы можем посредством удаленного доступа решать какие-либо проблемы. Доля казахстанского содержания в таком подъемнике превышает 60%, то есть большая часть комплектующих – наша, отечественная. Кабина, двери, рама противовеса – все это производится здесь, в этих цехах. Металл закупается в Караганде. Для того, чтобы считаться рентабельным производством, предприятию не нужно выпускать тысячные партии лифтов, объясняют в компании. Рынок Казахстана не столь велик. Потребность, согласно статистике профильного министерства, составляет 2500 штук. Немаловажен и тот факт, что отдельные объекты, например, международные гостиницы, практически всегда отдают предпочтение мировым брендам. Это значит, что отечественным производством выпадают социальные объекты – жилье, общественные здания. При этом производственные мощности отечественных предприятий позволяют производить до 2000 лифтов в год, что покрывает основную потребность рынка данной продукции. В этой связи, а также учитывая общий износ лифтового парка республики, отечественное лифтостроение имеет высокий потенциал. Из-за штучной ориентированности вклад лифтовой промышленности в общий объем производства машиностроительной продукции невелик – всего 0,3%. По данным прошлого года, 2 ведущих в Казахстане завода по выпуску подъемников произвели 410 лифтов. Их прибыль составила примерно 3 миллиарда тенге. По данным Министерства по инвестициям и развитию, все лифты, произведенные в Казахстане, остаются в стране, пока мощности наших производств хватает на то, чтобы покрывать часть своего рынка. По словам самих отраслевиков, местные предприниматели в основном занимаются сборкой лифтов. В таких случаях практически все комплектующие импортные, а потому назвать объекты производством сложно. В эту категорию входят лишь 2 компании, находящиеся в Астане и Алматы. По качеству, говорят специалисты, наши подъемники нисколько не уступают импортным.
Мы имеем возможность сейчас строить различные типы лифтов. Единственное, что мы сейчас пока не делаем, почему? Потому что, ну, не было таких заказов, нет такого опыта, скажем так, панорамные лифты, да, или открытого типа, такие более сложные вещи. А все остальное мы уже можем делать. Причем наше отличие от тех зарубежных компаний, это в том, что мы можем начать работы по производству уже через 2 недели. Мягко говоря, конструктив шахты лифта мы можем, это ускорение самого строительства. Второе, качество металла, которое мы здесь сами видим, оно ничем не уступает западным технологиям. Если купить бренд мировой и произведенный на Западе, он будет в 4-5 раз дороже, чем произведенный в Казахстане. А мы качеством, ну, сказать, что уступаем, нельзя. И в этом разница. Нередки случаи, когда застройщики, пытаясь сэкономить, привозят для своих объектов некачественные подъемники. Если повезет, лифт прослужит долго, если нет, обслуживающей компании приходится обращаться к продавцу за запчастями. И далеко не всегда они могут предоставить необходимые детали. Лифт первые 5 лет работает хорошо, даже если он плохой. Потом начинаются проблемы, когда плата летит, когда требуют замены. Мы едем на завод и говорим: дорогие мои, вот, прошу вас сдать плату. Они говорят: ребята, вы 10 лет назад у кого его купили? Извините, у того и спрашивайте, мы такие лифты не производили. Поэтому мы сейчас по Казахстану совместно с министерством говорим о том, чтобы компании, которые хотят продавать в Казахстане, никаких ограничений мы не ставим, только говорим о том, что откройте представительство в Казахстане. Сейчас нормативные документы готовятся, я думаю, что месяца через 2 мы сможем что-то представить. По данным Ассоциации лифтовиков, на сегодняшний день в стране более 1500 подъемников, отслуживших срок эксплуатации. Есть и такие, что используются уже 40 лет. По подсчетам специалистов, на то, чтобы модернизировать часть устаревшего добра, потребуется примерно 5-6 лет. Большую роль в апгрейде лифтового хозяйства будет играть проверочный пункт подъемников. Для того, чтобы лифт мог стать частью того или иного здания, он должен пройти специальную проверку. В случае, если будут обнаружены какие-либо технические неполадки, кабину отправят обратно на завод в качестве бракованной продукции. А на сегодняшний день актуально очень такой вопрос, это по тем организациям, которые осуществляют обслуживание, техническое обслуживание, ввод в эксплуатацию. На сегодняшний день в Институт стандартизации, то есть обратилось объединение юридических лиц, Союз лифтовиков, с предложением о разработке национального стандарта, который бы устанавливал именно требования к компетентности данных организаций. И на сегодняшний день документ находится на стадии публичного обсуждения. Работа заводов не ограничивается только выпуском кабин. На протяжении нескольких лет это предприятие следит за тем, как ведет себя подъемник. В случае возникновения поломки производитель берет на себя ремонт. С зарубежными аналогами работать по такой схеме намного труднее. Во-первых, географическое расстояние. Во-вторых, далеко не всегда в ответ можно получить необходимую реакцию. В связи с этим профильные организации работают над тем, чтобы зарубежные компании, которые так или иначе присутствуют в Казахстане, обзавелись собственными представителями. Если мы произвели лифт, мы несем за нее гарантию 3 года. И кто бы им ни занимался, то есть мы продали ее в Чимкент, в Астану, в Караганду, в Алмату, кто бы его ни купил и кто бы дальше не обслуживал эти лифты, в любом случае завод будет сопровождать проект. Мы везде, где поставили лифты, сами ездим на приемку, сами смотрим за ним, подсказываем сервисной компании, если что-то, какие-то проблемы возникают. По первому же требованию сервисной компании мы сами выезжаем на сам лифт и говорим, что там, какие ошибки есть у строителей, как лучше монтировать. Если верить статистике, то лишь 15% всех используемых лифтов в стране казахстанского производства. Казалось бы, огромное поле для развития промышленности, однако сами отраслевики убеждают, сегодня они производят ровно столько, сколько требуется главным потребителям, компаниям, возводящим жилье, общественные здания. Стоимость одного лифта без учета монтажа составляет примерно 6 миллионов тенге. Покупают кабину не как горячие пирожки в магазине, она может простоять пару лет, прежде чем на нее появится заказ. Таким образом, это показывает, что сектор покрывает спрос. После того, как строительный бум потребует большого объема подъемников, а это произойдет в любом случае, предприятия непременно отреагируют и смогут закрыть рынок, убеждают отраслевики. Главное в этом вопросе не проиграть импортерам, привыкшим за долгие годы к тому, что огромный сегмент Казахстана принадлежит им.